поздравления! Виктор Николаевич, очень много провели игр за последние дни, такой плотный календарь. Каково сейчас состояние физическое, эмоциональное команды? Эмоциональное физическое состояние, в принципе, на данном этапе чемпионата, ребят, нормальное. Ну, плюс соперник сегодня борется за плей-офф, сосед турнир на таблице, поэтому как бы это уходит на второй план. Главное, что нам нужно сегодня по очкам заботиться о нашей игре, о наших победах. Как корректируется подготовка на такие краткосрочные выезды? Краткосрочные больше делается аспектом восстановления. Восстановление, чтобы ребята отдохнули, набрали силы, были готовы на 100%. Пока рано об этом говорить, но тем не менее называют «Трактор» одним из возможных наших соперников в плей-офф. На что будете обращать особое внимание? Ключевое слово «пока рано» говорить. Поэтому у нас сегодня игра с «Трактором», и для нас нужны эти два очка. А что будет в плей-офф?